Привет всем, кто смотрит. У меня вот к вам вопрос. Как вы к лапше на ушах относитесь? А не надоело украшения носить? Нет? Мне вот надоело, искренне. Энное количество лет прожила, разное количество лапши на ушах оттаскала, и мне вот как-то надоело. Вот и хочу с вами поделиться своими думами. В последнее время мода пошла ругать соль. Раньше уверяли, что без соли жить нельзя. Без соли ни животные, ни люди жить не могут. Вон скотине даже лизунцы соленые приносят или траву присаливают. И людям тоже соль нужна для сосудов и прочей требухи человеческой. А вот в последнее время процесс покатил назад. Теперь с легкой руки незабвенного брега соль занесли в разряд пищевых вывертов. И что интересно, есть доказанные веками факты, что без соли таки человеку жить труднее по многим параметрам. Жара хуже переносится, организм быстрее обезвоживается, нейроны медленнее шевелятся. Интересно мне одно. Когда маргарин нахваливали, времена были ужасные. Масла сливочного конкретно не хватало. Потому народ как стадо на маргарин переводили. И перевели таки. И у меня возник вопрос, в чем дело? В мире что, запасы пищевой соли стали катастрофически уменьшаться? Или что? С чего вдруг современный человек перестал соль переваривать? Как утверждают некоторые типа ученые. Как так получается, что позавчера было жутко полезно, а сегодня превратилось почти в яд? Я же говорю об обычной пищевой поваренной соли. Не о чистом натрии, не о хлоре, не о прочих гадостях. И еще один вопрос. Кому это выгодно? Соль ведь хороший консервант, и в ней пищу хранить все же безопаснее, чем в других консервантах. Если борьба с поваренной солью будет продолжаться такими же темпами, в чем будут консервировать продукты длительного хранения? Что будут класть в пищу граждан под предлогом сохранения нас от соли? Этот вопрос меня откровенно беспокоит. Если наших родителей пичкали комбижирами с воплями, что это крайне полезно, то чем будут кормить нас и наших детей? Если в пищу не кладут соль, то что тогда кладут-то? Вы не в курсе? А у меня на сегодня все. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал. Приходите почаще.